От сильно болеющего Даника его бабушка не отходит ни на минуту. В свои 5 он не может самостоятельно стоять на ногах. Болеющий ребенок – это трудно, но трудно вдвойне, если таких детей двое. В семье Хинич воспитываются тройняшки. К сожалению, у двух мальчиков значительные проблемы со здоровьем. Диагноз – детский церебральный паралич. И если Даник будет встречать Новый год дома, то его брат вынужден находиться во время праздника в больнице. Чтобы были здоровы дети – самое заветное желание в этой семье. Какой бы я хотела, чтобы был он? Я бы хотела, чтобы даже Даник быстрее ножками пошел, чтобы у Тёмика прогресс был, чтобы Егорка здоровый был, чтобы ну, услышал и помог нам справиться со всеми нашими проблемами. Помочь не на словах, а на деле. Девиз сотрудников Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В канун самого волшебного праздника в году они отправились к семье Хинич. Как и полагается, не с пустыми руками. Ежегодно сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии в рамках благотворительной акции «Наши дети» активно посещают организованные коллективы. Но в этом году мы решили более точечно выбрать семью, где действительно нуждаются в поздравлениях, в какой-то материальной поддержке. Мы готовились к этой акции, мы уже не первый год проводим ее, но посещали раньше приюты в различных районах нашей области. А сейчас мы действительно точечно искали семью, которая нуждается в нашей поддержке. И так через знакомых мы нашли этих мальчишек. По уже сложившейся традиции, в канун праздников сотрудники центра объявили сбор средств. Равнодушных не оказалось. Практически весь трудовой коллектив откликнулся на призыв. Поддержали и первичные организации центра. Профсоюз, БРСМ, Беларусь. Общими усилиями удалось не только подарить подарки и создать праздничное настроение детворе, но и оказать финансовую помощь. Конечно, поддержка своевременная и очень приятно, что нашу семью не обошли стороной, что наших деток поздравил Дед Мороз и что такое внимание нашей семье. И решили, как я уже сказала, бабушке с дедушкой эту семью взять под патронаж и в течение года, не только в канун праздников, но и в течение года помогать этой семье и морально, и материально посещать эту семью. Ну, таким вот образом мы будем патронировать семью Хини в течение, я не думаю, не только этого года, но и последующих лет. Неравнодушные к чужому горю сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии, общественного здоровья устроили пусть маленький, но праздник для семьи Хинич. В ответ получили самый лучший подарок – улыбки на лицах детей.